Привет, братишки и сестренки! С вами Ник Фрост, и, блин, именно в этот момент, в момент записи, скажем так, озвучки этого ролика, я заметил, что Панки Сикейдж без одной шмотки. Блин, как я мог? Ого, нифига себе, я только что увидел у него в руках, кажется, этот самый был. Это телескопическая, это ее трубка. Палка, или как это назвать? Блин, капец, я теперь, блин, не усну. Как так? Как я так мог затупить? Короче, был вариант поставить Такеду и Кундзиня к ней в компанию. Ну, потом что-то в самый последний момент я, видать, пока их искал, наткнулся на еще одну Кейси. Думаю, а, ладно, сыграю пораньше тремя. Особых проблем в этом ролике мне не было, так как играл я без комментариев, как вы понимаете. И 4... битвы меня никто не трогал, а потом вдруг со мной решили поговорить, и что-то мне очень важно в этот момент рассказать, и я, не нажимая паузы, короче, блин, играл, типа слушал, разговаривал, и, короче, очень много тупил. Но первые 4 битвы прошли, скажем так, под моим полным контролем. Все было без геморройна. С этой Кейси я уже приловчился, которая панк, использовать ее как очередной боец спецназа, который может отбирать сил. Главное всегда ее держать где-то в запасе. И раз переключился, силу отобрал, полюбе. Ну, разве что там будет Рейден стоять, тогда не полюбе. Что мы видим? Блин, мы видим действительно одной шмотки нет. Блин, Николай, как ты мог? Думаю, надо будет сыграть еще разок этим отрядом, когда она достигнет 50 уровня. Тогда уже будет все по-жесткому, тогда уже будут эти... Ну, я надеюсь, что не будет все-таки эти дебилы со взломанными талантами, но хотелось бы, конечно, без них. И хотелось бы увидеть ее во всей красе. Блин, я не пойму, что же у нее, если на ней ни хрена нет... У нее, да, она выскакивает с неполным зарядом. Блин, у нее молот должен быть. Чтобы ее немножко выровнять по урону с остальными двумя, так как там в смокинге валит 27 тысяч. А это я не помню, если честно, сколько она идет. То ли 33, то ли может чуть меньше. Да, короче, похрен, валит неплохо. И я, по-моему, решил панку выдать молот, типа, чтобы добавить ей мощи. И, видать, мысль была, но что-то не добавил. Ну ладно. Ну тут я иногда рискую. Кстати, вот это когда играю с Джейд, часто рискую, пытаюсь выполнить прием. А вдруг выйдет? А вдруг выйдет? А вдруг она не заблокирует? А вдруг выйдет? Все эти фишки, которые мне советовали, я перепробовал. Брехня. Все вот эти типа... 100%, если ты не во время комбо, типа, остановишься или свайпнешь в другую сторону, или еще что-то там сделаешь, а и в этот же момент у тебя будет гореть, типа, значок выполнения спецприема, 100% она пропускает. Блин, проверено много раз, нифига она не пропускает. Бывает пропускает, бывает дает сдачи. Блин, елки-палки, да, походу 5 битв. Молот просто, валяется. Молот Шаокана, блин. Как я мог? Кстати, надо будет глянуть, какой урон у это. Если 33... я даже их название уже не помню. Спецназ или кто там? Надо глянуть, какой у спецназа урон. Если в районе 40, значит молот на ней. Ну, это вряд ли. Здесь, кстати, блин, я офигенно часто менялся. Все-таки, блин. Ух ты, ни хрена себе. Вроде бы оно даже нажалось, но почему-то не вышло. Ну, прикол бывает. То есть здесь тут могло и заглючить. Он там отходил, блин. А это ждало, когда у нее пассивка сработает. Ой-ой-ой, хорош китана получила. Видать, совсем хилая была. Я там не обращаю внимания, кстати, сколько у них сейчас жизней. Хер. Кстати, да, вспомнил,
Вспомнил, да-да-да, я здесь прям во время загрузки уровня бегал еще в соседнюю комнату выключить синхронизацию. У меня постоянно, ребята, включена синхронизация смартфона и ПК. Синхронизация через программу, она раньше называлась BitTorrent Sync, а сейчас, по-моему, она называется Relicious Sync, если я не путаю название, сейчас гляну. А, вечно путаю, Resilio Sync. Да не один хрен, короче, та же фирма, просто отделились от BitTorrent. Короче, постоянно включена синхронизация выбранных папок и, естественно, папка, в которую попадают ролики отснятые, которые SCR записывает. И бегала в соседнюю комнату выключить эту программку, потому что чтобы во время записи не началась синхронизация, чтобы бедный мой смартфончик не страдал еще больше. Тут даже без шмоток, ребята, и вообще все какие-то разномастные. Криворукий! Ну-ну. Какой-то странный состав. И где он взял Шаокана такого большого слияния? Читер! Читок, откатчик, добейся сперва чего-то. Что там мне еще пишут? Да, добейся, а потом играй, да. Ну и тому подобный бред. Ну, действительно, парень, походу, криворукий, мне кажется. Собрать такой странный отряд. То есть, серебро, золото и... алмаз. Это странно. К тому же такой у них разброс по мощности колоссальный. Я понимаю, там Шаокан был бы, как у меня, да, без слияний, когда я им там играл с серебром. Это одно, ну когда, блин, у тебя Шаокан, по-моему, 5-го слияния. Юсак! А как я в прошлом ролике вот это Юсак нашел, блин, Mortal Kombat Trilogy и вставил, там же ж у меня звука не было. И он такой выходит, рукой машет. Я такой думаю, точно он здесь говорит «Юсак!». Да, у меня даже есть Mortal Kombat Trilogy, ребята, блин. Да, блин, ё-моё, у меня эмулятор есть, Сеги. С этим девочком я часто сражаюсь, походу его зовут Ить. Блин, ё-моё, последняя битва. Ой, здесь, по-моему, да, когда я нажал это самое, ко мне подошли и начали со мной общаться, потом даже подсели и начали смотреть и задавали такие вопросы. Ух ты, а как ты ее переодеваешь? И во время сражения сразу же предупреждаю, что тут я дико тупанул, тут я даже паузу не нажал, так как в этот момент рассказывал о происходящем на экране. Да, это была девочка. Да-да, общался с девочкой. Девушкой, если быть точнее. И тут я, значит, поменялся на кого-то, ну, не сейчас, а потом. И она такая, а как ты ее переодеваешь? Типа вот такого. Как я ее переодеваю? Легко! Ловкость рук, блин, и никакого мошенничества. А потом, о, ты опять ее переодел. Но, блин, нужно рассказывать, как я это делал, не было времени, так как я понимал, что я дико туплю и, блин, Джейд, шутки плохи. А тут, о, ты снова ее переодел. Да, дико я тут тупил, я даже вижу по продолжительности, ребята, я буду тупить еще, наверное, минуту. Хотя могло все сложиться гораздо веселее. Сразу уже я бы нажал паузу, потом бы внезапно переключился бы на панк, там бы отобрал бы у них у всех силу. Кстати, да, еще было бы еще лучше, если бы я в этот момент не объяснял кое-кому, что происходит на экране. И если бы еще молот был надет на вот эту. Я еще думаю, что он так херу одет? Ух ты, блин, ну совсем слабо у нее отбирается это. HP. Ух ты, блин, а, тут понятно, наконец-то она померла, но тем не менее, даже в отсутствие китаны, регенерация, а, тут еще непонятно, какая это регенерация, тут, блин, у них два регенераста, я, кстати, только сейчас это обратил внимание, ведь она регенерирует и благодаря китане, и благодаря смене, и за кончи, ни хрена себе долго, блин, идет бой, но ить, он такой, да, он такой, блин, тут я что-то, мне кажется, да-да, только хотел сказать, еще кого-то потеряю, ну да, так и случилось.
Давай, блин, Джет, копыться, Джет, сколько можно? Ой, наконец-то. Значит, тут я думаю, что нужно снова ее переодеть, ребята. Переодеть ее, да-да-да. Вот такой костюм, отличный, да, отличный костюм, кстати, да-да. Обтягивающий, няшка. Ну, что я подумал, может я... Кстати, да, вот сейчас у меня мысли, неплохо было бы накопить на рентген. Интересно, как я, когда играл, у меня тоже такие же были мысли. Да, судя по тому, что я не использую второй спецприем. Мало того, что получу сдачи, да, походу я тоже решил, блин, буду копить, да, частая смена, ребята, вы видели, какой гениальный ход, с этой частой сменой. Ё-моё, наконец-то рентген, наконец-то. Кейси без молота. Кстати, в этот момент девушка уже ушла, и я был расстроен тем, что она не увидит вот этих страстей. Вот этот удар по яичкам. Выстрелы эти, череп, кости, все это, рентген. Да мы, на самом интересном и свалило, эх. Победить в 5 матчах, что-то я там выиграл, короче, даже не обращаю на это внимания. Что ж, ребята, вот такой у меня вышел сумбурный отряд из 3 Кейси. В перспективе собираюсь, как я уже упоминал, сыграть, когда она будет 50-го уровня. Что ж, здесь я с вами прощаюсь. Всего хорошего, играйте в Mortal Kombat и не будьте такими, как Ить. Всем пока-пока.